Так, ребят, всем привет! Снова я в гараже, приехал после работы, начал уже приваривать. Сейчас будем дальше продолжать, смотреть, как что, подгонять и так далее. Сейчас я вам покажу, что я начал. Смотрите. Вот. Начал я вот с этого, вот так приваривать пока. Сейчас мы здесь делаем кусочек, потом выровняем, пустим. И будем уже внизу порог. Сделаем бумажку, чтобы под порог. Ну, дальше я там уже все покажу. Вот. Сейчас начнем дальше приваривать. Так, ну вот что у нас, ребят, получается. Вот как мы продолжаем делать. Сейчас здесь заварим. Здесь мы уже вот положили лист. Вот. Сейчас также мы заварим дальше. И сделаем здесь такой же бортик. Здесь сюда, к этому. Ну, внизу порог. Вот, ребят, сейчас перекурим. Подрежем, сделаем мы переходик на пороге внизу, точнее там, где в ногах, такой вот переходик, вот. И мы сверху закончим. Потом сделаем сейчас порог. Сейчас я возьму картонку, сделаем сначала, вырежем все на картонке, как надо, чтобы подогнать. Потом на железо приложим, отмерим и, короче, отпилим. Порог приварим. Загнем, там тоже обварим снизу. И будем уже сверху. Сделаем бортик порога. Такой вот он, буквы Г. Сделаем бортик порога. Ну и в принципе, я думаю, наверное, все. Там мы еще посмотрим, где что как. Потом зашпаклюем, загрунтуем. Там зашкурим и пыльнем. У меня краска осталась. Покрасим и будет все отлично. Вот, потом мы сделаем пороги. Ой, пороги, потом на сиденье мы натянем кожаные чехлы и так далее. Но это я вам все дальше покажу. Промажем. Еще левую сторону тоже надо вскрыть, сиденье снять, посмотреть, как там сторона себя поживает. В принципе, снизу посмотреть, она сторона хорошая, нормальная, не гнила и ничего. Вот только почему-то спереди, с правой стороны подгнила. Будем делать, что теперь сделать. Все, ребят, смотрите далее. Ну вот мы заварили, сделали вот так, там сверху тоже заварили. Сейчас мы будем обваривать будем либо здесь, сейчас сразу сделаем вот этот бортик сюда, заварим, и потом порог, либо наоборот. Но мы сейчас посмотрим еще. Сейчас. Так, ребят, ну вот у нас как получается. Вот мы выгибаем сейчас потихоньку. Сейчас здесь сделаем и продолжим дальше. Сделали мы. Вот у нас как получилось. Сейчас там доделаем. Вот. Почти даже кантик ровный. Вот. Ну все, можно уже вставать и не париться. Вот так. Осталось сейчас вот это заварить. Вот. И с порогом. Порог заварим. И все. В принципе, на сегодня все будет. Мы его зашпаклюем, может даже сегодня и покрасим, сейчас посмотрим. Ну, короче, все, заварили мы здесь с этой стороны. Наружу все заварили. Вот у нас как получилось. Теперь только осталось, ну, здесь все заделать. Замажем. Ну и в принципе, я думаю, все. Останется теперь только
уже порог. Порог сейчас мы доделаем. Снизу тоже там подварим. И все. Так, ребят, вот у нас снизу все как происходит пока. Вот, это мы сейчас все загнем. Здесь обварим. Ну и, в принципе, я думаю, здесь уже будет все. Здесь мы все обварим. Вот. Ну и сам порог. Сейчас что-нибудь придумаю. Сейчас мы вот так еще вот так обрежем. Вот так ровно. Можно, наверное, вот так даже обрезать. И уже приварить сам порог. Вот. Порог мы сделаем и приварим, естественно, сюда к днищу. Сейчас вот это загнем, наварим. Сделал я порог. Вот так получилось. Сейчас мы будем... Так, ребят, ну, в принципе, днище заварил, порог выпрямил, сделал. Получилось, блин, начал сгибать, нечаянно там, блин, небольшая ямочка. Ну ладно, это я зашпаклюю. Ну вот. Ну, мы все заварили. Порог, днище. Сейчас все промазали. Здесь я уже вон промазал все. Положил коврик обратно, надо пропылесосить. Вот. Вот здесь все промазал тоже. Сейчас все промажу до конца. Ту сторону сейчас тоже разберу. Тоже промажу. И вот зашпаклевали мы спереди порог. И сейчас высохнет. И я его зашкурю. И уже будем... И уже будем мы его красить. Шпаклевка пока сохнет. Будем сейчас дальше разбирать. С той стороны я посмотрел, там все нормально, не гнило ничего. Вот. Сейчас сниму заднюю пока спинку сиденья и с переднее сиденье еще. И начну обтягивать уже этим чехлами. Вот. Пока у меня там шпаклевка все сохнет. Буду, короче, это заниматься пока другими делами. Вот чехлы какие. Натягиваю, обтягиваю, делаю, отрезаю, там вырезаю. Вот. Еще. Ну и так на все сиденья. Ну, вот, там я уже все собрал. Осталось убраться. Надо будет убраться, чтобы было все чисто, пропылесосить и уже собирать до конца. Продолжаем дальше делать. Заднее сиденье тоже обтянули, переднее обтянули, чехол натянули, там все промазали, собрали. Сейчас мы зашкурим. Зашкурим порог, покрасим его, и все. Сейчас я зашкурю, снимаю, покажу. Собираем мы салон, еще с той стороны одно сиденье осталось обтянуть. Сзади тоже вот сделали. Пороги мы антигравием покрыли. Вот. Сейчас все доделаю, сниму, покажу. Ну все, мы все сделали. Салончик сделали. Вот как у нас получается. Еще надо будет обшивки потом уже это. Обшивки хочу обтянуть.
Ну и так по мелочи еще надо где обтянуть будет. Вот. Пороги. Мы антигравием положили. Пороги. Ну, на сегодня, наверное, все. Днище заварили на Мерседесе, порог сделали, зашпаклевали, зашкурили, антигравию положили. Не знаю, может потом в цвет его сделаю, пока посмотрю. Вот, машина нужна, на работу неудобно ездить, поэтому машина нужна. Вот. Ну и, в принципе, чехлы тоже натянули. В принципе, все, наверное, сегодня. Спасибо всем, ребят, за просмотр, всем пока. Dropping motherfucking bombs.